месяц воскресного одиночества, медленная или застывшая масса разноцветных и разнокалиберных осколков вещества вокруг него была привычным фоном и декорацией его стремительного полета. Счастье быть захваченным в гравитационный плен какой-нибудь сияющей звездной красоткой с лихвой компенсировало невозможность пообщаться с неуклюжими собратьями по космическому цеху, которые, тем не менее, все же интересовали его. Иногда, пытаясь замедлить движение и согласовать его с каким-нибудь протоном, фотон впадал в странное забытье и просыпался всегда в неожиданном месте. По необъяснимым ощущениям он даже подозревал, что просыпался не только в другом месте, но и в другом теле. Но это предположение казалось несколько надуманным, и он не спешил им со своими скоростными близнецами. В очередной, ничем не примечательный день своего движения он летел, выполнив всю намеченную программу вращений, перелетов и согласований, и напевал какой-то мелодии. Не ожидая ничего нового вокруг, он не сразу осознал, что нечто пронеслось мимо него. Сочетание смыслов застряло и не расцвело понимание. Примкнув к пролетающему рядом световому потоку, фотон то ли прислушался, то ли присмотрелся к пространству вокруг него, делая эти простые действия, продолжая попытку понять, что это было, когда мимо него снова просвистело нечто, он вырвался из луча и рванул за ним. Запаса скорости оставалось совсем немного, но его хватило на то, чтобы хвост до плеца, как теперь фотон понимал, осмелившись нарушить святой закон предела скоростей. От негодования фотон сбавил скорость и чуть не впал в событие, которого сейчас очень не хотелось. Он разогнался и крикнул вперед, что из силы «Ты что вытворяешь, самозванец?» И тут же увидел, как ему навстречу мчится поток смеха. От неожиданности фотон спаневрировал каким-то странным зигзагом, все того же снега, пытаясь остановиться, потом кричал «Ты кто? Кто ты такой? Эхион? Гравитон?» Беспомощно барахтаясь в этой воронке, потом понимал, что она превышает скорость его движения вперед, делая вокруг него какое-то немыслимое количество оборотов, которых просто не может быть, потому что не может быть никогда. Что происходит? В конце концов, теперь фотон уже хотел спасительного забытия и пробуждения в далеком от этого дурного сна месте. «Кто я?» Раздалась переливчатая, серебристая мелодия возле ошалевшего фотона. «Я? Квант Света?» «Ну, шутки. Нет». На этот раз засмеялся фотон. «Квант Света — это я, а ты — фантом, фокусник, иллюзионист, мастер массового гипноза!» Он был настолько собой доволен, что совершенно вдруг успокоился этим неожиданным кошачьим объяснением, конечно, иллюзия. Просто я другой свет. Я, ты, будущее. Эти слова раздались тогда, когда рядом уже никого не было. И в одно мгновение фотону стало щемяще грустно, потому что он точно знал, что это был друг, с которым можно было летать и делиться счастьем невероятной скорости, и что этот друг улетел от его неверия, улетел, не научив его своей скорости, не открыв ему свою тайну, приглушив его сияющий свет непобедимости и одиночества. Потом, немного скучая, несся через вселенную, не могу.